Driftive on the track. Всем привет! Сегодня мы будем играть в такую игру. Сами, короче, не знаю, как она называется, но вы прекрасно знаете. Короче, один человек заказывает один трюк, второй его продолжает, и получается линия. Итак, по кругу. Ебан, тебя учили разговаривать? Я не знаю, что с***ть, Макс. Барк спайни. Добавляю трёху. Добавляю барчик скат. Добавляем на лбонетину пирамидку. Добавляем на лбонетину по пирамидке. Ну, да. Такая дура, вообще нафига я отжимался. Фигура помешала. О. Так, теперь сейчас мы перемещаемся в другую часть парка, в мини-рампу. А ты будешь делать? Да, сейчас попробую. Давай попробуй. Ты приблизь чуть-чуть. Да, вот я чуть-чуть приблизь. Не. Ну мы, короче, вырежем, как будто бы я не падал, ладно? Давай, пока. Два раза ставь. Давайте колодец и бумага только играем. Проиграл. Колодец и бумага, брат. Я... Два раза. Проиграл. Показываю бар в хип. Почему табаган не умеет спасать? Чего ты не умеешь табаган? Макс Шпина не научил. Сейчас это интеграция рекламы. 24 BMX. Шадоу надо будет замазать. И гориллу тоже замажешь? Ладно, по-братски. Добавляю бар на стол и трёх в карту. Показываю опыт в интернете на Еврогэп. Нормал. Ван, что загадываешь? Вниз рейл хоп. Диман, будешь делать? Я не знаю. Я подумаю. Да там баник всего 30 сантиметров набрал. Диман,
Тебя из команды не выгонят за это. Мы идем на другой спот. На 4 радиусный, на фанбокс. Будем сейчас что-нибудь делать. Все, поехали. Подписывайся. Это два нижних подчеркивания. Кутузов, два нижних подчеркивания, 15-31. А у меня все просто, ребят. Вовчан, подчеркивание, райдер. А, мы поспорили с Вовой, что он не сделает бэкфлип с первого раза на резинку. Если он сделает, я покупаю ему газировочный напиток. Если нет, то он мне. Ну, для начала покажу я, как это делается. А это что за говно там? Чё? Это же вроде скейт-парк. Карате пацан, давай. Хороший материальчик. Придумал, Вован, я придумал. Ты делай в спайн как бы. Нет, с вылета резинки в спайн приземление. На самом деле, все это постанова. Все трюки, все это постанова. Если кто его не знает, это Макс Зубрина. России 2012 года. Это замажь их, потому что это я не катаюсь. Это... Халявную рекламу мы не пропустим. Наш контент, пацаны. Это точно. Ты мне звонил? Сейчас мы ждем Костю Андреева и Ирика Рязаева, они уже подъезжают. Вот он бежит. Это Костив Андрей. Костив. Проиграл. Эти там постановщики там постановы свои придумывают. Это не постанова. Подписывайтесь на мой инстаграм Макс Чуприна. Вот, видно? Видно, нет? Барспин на мэнул. Ну что ж, будем делать. А, добавляю в Ванетти бар. Чё, гриб? Достойно. Тебе ответочка? Ответочка. Чё добавишь? Добавляю... Help up! Wow! Совсем чисто, но пойдет. Коротко о том, пацаны, как у нас в скейт-парке соревнования проходят. Пацаны, вы в Ютубе. Йоу. Это
что такое? Что такое? Итак, мы ведем прямой репортаж с мероприятия под названием КПР. Какая-то хуйня, короче, мелкие дерутся. Это происходит все в скейт-парке. Пацаны, что, как вам? Не, я понимаю, что во многих городах России даже, ну, никакого скейт-парка нет, но тут постоянно проводится вот такая тень. Итак, ребят, итог дня. Катка пойдет, атмосфера пойдет, игра говно. Короче, подписывайтесь на канал, если вам понравился видос. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, до новых встреч. Кто не подпишется, тот лох.